Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Кто не помнит эти пушкинские строки? Но, увы, только в стихах и песнях снег является романтичным объектом. В суровой реальности он способен серьезно усложнить жизнь людей. Вот еще где почистили по тротуару, тут хорошо, конечно. А вот здесь уже преграды брать. Как это ни удивительно, в одном дворе можно увидеть довольно курьезную ситуацию. От снега очищены тропинки и бордюр, при этом дороги для проезда транспорта просто утопают в снегу. Прилегающие дворовые территории не чищены. Это вот ПЛК 23, 39, 37, 25, вот где мы сейчас вот находимся. И это не только жалоба от меня, это жалоба от многих председателей и активных жителей нашего Ленинского района. Битву со снегом многие граждане ведут очень активно. Екатерина живет на Битцевском проезде. Представители коммунальной службы уверили ее, что сегодня и на их улице будет праздник. Дороги почистят. Тем не менее, Екатерина, перекрикивая звук двигателя, пытается самостоятельно выяснить у водителя трактора, заедет ли он к ним во двор. Причина, по которой пешеходные дороги чистые, а проезжая часть завалена снегом, проста. За очистку этих территорий отвечают три разные организации. Но есть и нюанс. Если дворнику довольно просто убрать пешеходные дорожки, спецтехнике приходится нелегко. Эффекта от ее работы практически не видно. Один трактор проезжает по основной дороге, по нашему Жуковскому проезду. Но, как вы видите, парковки не убраны вдоль Жуковского проезда, вдоль магистральной дороги. Не убираются также придомовые дороги, дворовые дороги. Невозможно пройти в парк Сосенки. В общем, проблема назрела. Водителям спецтехники при расчистке придворовых территорий приходится демонстрировать настоящее мастерство. В некоторых местах ковш проходит буквально в нескольких сантиметрах от бамперов припаркованных машин. Кроме того, снег, по сути, просто разгребается в стороны. При такой плотной парковке убрать эти снежные завалы нет никакой возможности. И уже водители, выезжая со стоянки, вновь выталкивают снег на только что очищенную проезжую часть. Замкнутый круг. Я обращаюсь ко всем жителям Ленинского района. Убедительная просьба при оповещении о том, что будет убираться проезжая часть во дворах, будут объявления за 2-3 дня висеть, обязательно, чтобы проявили сознательность и убрали свои автомобили. Либо на почищенные парковки, либо утром по возможности уехать на работу, либо спуститься, когда идет уборка, отогнать машину, подождать. Это не проблема. Представители администрации вместе с активными жителями района призывают прежде всего водителей внимательно следить за информацией, которая будет вывешена у домов или озвучена в СМИ, и, соответственно, своевременно реагировать. Тогда наши дворы станут куда чище. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.